Активисты – авангард борьбы против режима Назарбаева. Они показывают всю несостоятельность и преступную сущность нынешней мафиозной власти. Назарбаев транслирует через свои СМИ картинку демократии и экономических успехов страны. Но в реальности в Казахстане проходят массовые репрессии и царит нищета. Благополучие воровского режима под угрозой, благодаря отважным активистам, которые открыто борются с беззаконием в стране. Штаб ДВК обращается к вам с призывом усилить поддержку гражданских активистов. Наша задача – поддержать активистов, которые сейчас на себе испытывают давление режима. Власти пытаются изолировать их в тюрьмах, чтобы наш народ дальше продолжал молчать и терпел произвол и беззаконие. Нам важно не дать режиму задавить сопротивление. Активистам необходима юридическая защита и средства для оплаты услуг адвокатов. Поступившие деньги также будут направлены на передачи политзаключенным и на поддержку их семей, которые страдают от репрессий режима. Вместе мы освободим Казахстан.